На конкурс «Дети читают стихи» Ильясов Тимур, 14 лет, город Нижний Новгород. Стихотворение «Детский ботинок» Сергей Михалков. Занесенный в графу с аккуратностью, чистой немецкой, он на складе лежал, среди обуви, взрослой и детской. Его номер по книге 3209. Обувь детская, ношена. Правый ботинок заплаты. Кто чинил его? Где? В Мелитополе, в Кракове, Вене. Кто носил его? Владок или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый, под порядковый номер 3209? Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги? В это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду убитых считали. Здесь о спасении пытались молиться чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Здесь питала земля, запах тлена и пролитой крови сотен тысяч людей разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел, палачи убийц на колени, суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сотен улик этот детский ботинок заплатой, снятый Гитлером, жертвы 3209.